Во время перебоев с горячей водой некоторые кировчане отправляются в общественные бани. Особенно те, у кого нет в домах собственной ванной. Например, жители поселка Новые. Но на весь район там одна баня. И на днях по населенному пункту прошел слух, что ее собираются закрыть. А в том помещении, где она сейчас располагается, открыть прачечную. Чтобы обсудить, что делать дальше, не допустить закрытия, в выходные жители поселка Новые вышли на собрание. На нем побывал и Дмитрий Житарчук. Была прямая линия с губернатором, я хотела дозвониться, не могла. Через интернет хотела задать вопрос, тоже мне не ответили, почему закрывают бани в поселке Новом. Максимум народного гнева и минимум информации. Именно такая атмосфера царила в субботу в поселке Новый. Все, что знают люди, это то, что с владельцем парикмахерской, который арендует помещение в здании местной бани, власти разрывают договор. Новость народ насторожила, но к акциям протеста не привела. Но то, что узнали позже, и заставило их выйти на улицу. По непроверенной информации, здание единственной бани присматривает новый арендатор и хочет организовать здесь прачечную. До директора не дозвониться. С директором никак нельзя, нельзя пообщаться. Единственное, администратор вот как бы показывала баню другим людям, которым хотят отдать эту баню. Это было 12 мая. Кстати, уже давно сходить в баню всей семьей тут невозможно. Мужское отделение закрылось несколько лет назад. Теперь одно общее. Женский день по субботам, мужской по воскресеньям. Хотя бы так просят местные жители. И начали собирать подписи за сохранение банного учреждения. Собираются отнести их на стол властям. Ну как так закрывать? Ее бы надо расширить. Туда сходят. Нет, здесь. Или увеличить количество дней работы. Мы вообще предлагаем. Тут вот место есть, да, где было мужское отделение. Да? Почему его закрыли? Почему? Вот открыли бы, да. И все бы было нормально. Ходили бы семьями мужчин. Мужчина с женой пришел бы, с детьми. А то ведь едут, черт знает, у черта на куличке куда-то, где мужская и женская баня работает одновременно. Впрочем, по данным пресс-службы администрации города, вопрос о закрытии бани сейчас не стоит и ни разу не рассматривался. Там знают только, что баня перешла на режим работы в летнее время. Но местные хотят перестраховаться, обозначили на днях свою позицию по банному вопросу и озвучили намерение стоять за баню, если понадобится, до конца. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давеча».